Покажите, пожалуйста, рамки. Сейчас покажу. Вот они у меня здесь всегда под рукой. Вот такие вот штуки. Называются биоэнергетические рамки. Простые. Вот с деревянными ручками. Может быть, так вам понятно будет. Не надо никаких там крутых, золотых, тяжелых. Ручка должна быть деревянная. Ну, тут только такая вот крутится легко. Обыкновенная проволочка. Берете в руки, чтобы было легко, удобно. И они начинают работать. Вы почувствуете, как они начинают работать. Не сразу, безусловно, не сразу. То есть, ну, видно, да, было все вот, вот как-то так, наверное, вот так. Не обязательно вот эти вот здесь усилители, но желательно. Если проволочка будет медная, неважно, пусть будет медная. Ручечки, ну, лучше всего, чтобы они были легкие, деревянные. Тогда без проблем работать удобно с ними и хорошо. Как они меня узнали, как я с ними познакомился? Я долго парился, чтобы они меня угадали, ну, то есть, чтобы приняли, чтобы я их почувствовал, или они меня почувствовали. Пока там куча способов расписывается, конечно, ни один мне не подошел, пока я вечером перед сном за майку их не засунул и не уснул с ними. Ночью проснулся, мне давит, тут так как-то тяжело какое-то, я вытащил и блин, вау. И они начали работать. Ну, это только мой способ, в интернете их миллион.